Російські пропагандисти та їхні союзники з так званої Новоросії стверджують, що українські війська опинилися в котлі. Зараз ми з вами вирушаємо на Дебальцевський напрямок і подивимось, що це за котел. Бальцевого і абсолютно без перешкод. Котел існує лише в хворобливій уяві російських пропагандистів та їхніх помічників з так званої Новоросії. Сапкович Алексей Петрович. Житель. Житель города Дебальцево. Что света нету, ни угля, ни тепла нема, ничего нет в городе. Все магазины закрыты кругом. Все время стреляют с самого утра. Как вы думаете, кто бьет по вам? Да кто? Россияне бьют, ну а кто ж еще? Это еще с осени у нас, мы как бы регулярно наблюдали. Обстрел идет, потом стихает. Тут объявляют, идет гумконвой. Только он зашел, на следующий день обстрел в разы увеличивается. Но тогда они ходили редко, и это как бы заметно было. Сейчас они ходят регулярно, и, ну, то есть подвоз боеприпасов, я так понимаю, у них не успевают они кончаться. Подвозятся постоянно. Сейчас уже мы слышали, что вагонами завозят на Красный Луч, на другие города, там, где железная дорога у них работает. Вагонами везут снаряды и все остальное. Поэтому у нас тут ситуация ужесточилась настолько, что пришлось уже окончательно спуститься в подвал и здесь жить. Валикальный,